В ходе отработки административного участка с инспектором ПДН Жеребцовым мы обратили внимание на автомобиль «Газель», который был припаркован в районе поворота на село Архангельское. Подъехав, мы увидели мужчину, находящегося возле заднего правого колеса, лежащего на земле. Подойдя к этому мужчине, мы поняли, то, что ему необходимо оказать помощь. Мужчина не мог сказать, какое количество времени он лежит под машиной. Мы совместно с участковым сразу же вызвали скорую помощь, уложили его, накрыли одеялом и стали ожидать сотрудников скорой помощи. Мой папа ехал на грузовой машине, ему стало плохо, припарковал машину на обочине. Вышел из машины и упал. В это время проезжали сотрудники полиции, которые оказали первую помощь, оперативно вызвали бригаду скорой помощи, созвонились с родственниками. Благодаря чуткости и отзывчивости сотрудников полиции необходимые меры были предприняты, и человеческая жизнь спасена. Хочется сказать спасибо сотрудникам полиции, которые оказались в нужную минуту, оперативно среагировали, проявили человеческие, лучшие свои человеческие качества и спасли жизнь нашему папе, дедушке.